Ну, первое впечатление о Берлине, о Германии. Я знаю, что вы не первый раз, по-моему, здесь. Нет, не, не, в самом Берлине первый раз. В Германии уже много раз была. Но, конечно, очень красивый город. Мне понравился. Экскурсию вчера небольшую провели. Соревнования удачно прошли. Хотя в стрельбе хотелось бы лучшего пожелать себе. Ну и соперникам своим тоже. И побольше, чтобы участников было. Это заводит, поднимается адреналин. Вот. Супер. Валентина, вот спорим с ребятами, какая остановка лучше, все-таки немецкая или русская машина? Вот все-таки во время гонки, во время... Вот у всех разное мнение, как вам лично понравилось? Но... Я скажу, что установки в России, наверное, интереснее. Во-первых, видно, что она падает, а здесь в мишени, то есть там незаметно, то есть промах у тебя или попадание. Хотя вот у меня вроде бы говорили там 2-1 промах, а в итоге, когда пошли стрелы вытаскивать, там вроде бы есть нули, а говорили промах, то есть непонятно. Может, там, конечно, и попали стрелы там с третьего, вторую там. Поэтому тут есть сомнения там и споры на эти попадания. Я думаю, что с мишенями интереснее, они падают и... Все, понял. Спасибо большое. Спасибо.